позвонили на горячую линию поддержки диктаторов. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Чем могу вам помочь? Да, здравствуйте, Владимир. Смотрите, у меня упал режим. Не подскажете, что можно сделать в этой ситуации? Пробовали включать-выключать интернет? Да, да, смотрите, Владимир, мы сразу его выключили, потом опять включили, потом обратно. Выключили? Бесполезно. Может, у вас включен авиарежим? Не-не-не-не-не, Владимир, ни в коем случае. Авиарежим сразу на второй день выключили, все, ничего нет. Да-да, есть такая информация. Могу предложить вам почистить оппозицию по специальной цене. Ой, чистили оппозицию еще на прошлой неделе, все равно не помогает. Не знаю, что делать. Хорошо, хорошо, подскажите, есть ли у вас деньги на балансе? На наличном или на государственном? А есть разница? Это согласен. Уточните, когда в последний раз обновляли Конституцию? Вижу, у вас в нынешней прошивке много багов. Ой, слушайте, это не баги, а фичи. Не знаю, может, у меня закончился срок правления. В вашей версии Конституции у вас безлимитный пакет. Если вам ничего не помогает из ранее перечисленного, мы можем вам выслать 5000 наших специалистов для решения проблем. Могу сделать заявку хоть сейчас. Не-не-не, сразу нет, давайте лучше без ваших специалистов. Смотрите, давайте сделаем так. Я заеду к вам на следующей неделе в офис. Да, напомните адрес, пожалуйста. Да, запишите. Город Ростов-на-Дону. Через... О, да? Да, и там все решим. Да, спасибо, всего доброго, хорошего правления. Да, всего доброго. Долбоеб. Долбоеб.